В Химках продолжается фестиваль-конкурс искусств «Весенний ветер» с экологической тематикой. В этапе изобразительное творчество жюри даже не знает, как выглядят конкурсанты. Они рассматривают только работы. Иногда обсуждения затягиваются. Например, эта картина 7-летней художницы. Главный герой – грустный кот. Здесь действительно очень глубокая философия. Во-первых, кот составлен из цветных лоскутов. Да? Здесь такой собирательный еще образ. Самая популярная номинация в данном этапе – живопись. Также участники фестиваля разных возрастов работали в жанрах композиция, графика, акварель, плакат. Обсуждение длится всего один день. Уже завтра результаты этапа будут опубликованы на сайте фестиваля. Это не просто конкурс, борьба. Это прежде всего интеллектуальный анализ для детей. Комиссия с представителей Химкинского отделения Союза художников рассмотрела около 300 работ. Награждение состоится 21 апреля во Дворце культуры «Родина».